11 ноября в 19:46 поступило сообщение в дежурную часть о том, что в городе Харькове Московского района, это по улице Гарибальди, 28, произошел пожар. Туда заявители говорили о том, что горит на первом этаже, это пятиэтажное здание, туда было направлено 4 отделения. В результате пожара была оказана помощь по эвакуации с верхних этажей, это пятиэтажное общежитие, туда малосемейное. Оказано со второго, третьего этажа была оказана помощь по эвакуации 16 человек. Еще некоторым людям была оказана с первого этажа. В результате пожара в одной из квартир погибло 2 человека, а также третий мужчина, который находился вместе с ними, он получил ожоги и сейчас находится в ожоговом центре города Харькова. По результатам данного пожара проводится проверка правоохранительными органами. На месте пожара работала оперативная группа, в которую входили и наши сотрудники, и также психологи входили. Почему? Потому что людям необходимо было оказать психологическую помощь, которых эвакуировали. Одна из основных причин, которая сейчас, вот, причина пожара данного устанавливается, это техническая причина, в первую очередь это электропроводка и другие электробытовые приборы. Но останавливается слово очевидца, вы человека, который там находился, мужчина, который пострадал. Это курение, неосторожное обращение с огнем при курении. И с его слов они очень большое количество употребили алкоголя в нетрезвом состоянии.